Welcome, welcome, welcome. У нас четвертая часть Lunar. Ой, какой Lunar, блин. Я вспомнил про Lunar. Этот Харконен. Мы писал, что я Lunar не допрошел. Еще кто-то писал, что я Lunar не допрошел. Ну, в Lunar гораздо дальше еще проходить, чем в Legend of Mana. Так что такие дела. Мы пока попытаемся допройти ее. Что нам надо? Я гайды вчера почитал по этой игре и пришел к очень интересным выводам. Яиц здесь очень много. Дело в том, что здесь целых 9 типов существ, которые могут выпасть. 9 типов существ. Типов, ребят, понимаете, да? Вот это вот дракон считается. Это тип просто дракон. Есть тип бист, есть демихьюманы. Самые красивые, они потому что вот с такими рожами, как вот эта вот девчонка будут. Демихьюманы, ну наполовину люди. Правда, среди них кактус тоже есть. У каждого из этих типов в среднем по 4 вида того, кто может выпустить. Драконов всего 3 есть. Мой дракон кем является, кстати говоря? Давайте посмотрим, кем является мой дракон. Мой дракон Land Dragon. Есть еще Sky Dragon и Fire Dragon. Помимо этого, да, есть огромнейшая возможность делать какое хочешь количество этих големов. Огромное количество големов, вариантов их миллиард. И я узнал, как проходить буканир вот этот. Дело в том, что мы вот сейчас на карте мира. Вниз это идти типа на юг получается. Это север, юг, запад, восток. И когда я подхожу сюда, мне на них где-то я должен у кого-то из них прочитать, ну, какого-то из пиратов, с которыми я там общаюсь. Он говорит, что они хотят найти фей. И вот этот корабль здесь стоит, и мне, чтобы найти фей, надо их привести туда, где есть феи. Где у нас были феи? Давайте вместе вспомним. Хрен его знает, где у нас были феи. Я без вариантов, где были феи. В какой территории были. Вот здесь точно есть феи. А это потому что в гайде подсказки. То есть мне надо лететь тогда на нем восток, восток, восток. И после этого на юг. Мне надо 3 раза на восток и 1 раз на юг. Но я скорее всего и здесь феи встречу, потому что здесь они тоже были. Так что мы просто восток, восток, восток. И прилетаем вот в этот Лейк Килма. И пираты тогда будут тут миссию проходить. Там около 6 или 7 миссий с этими пиратами. Все они связаны с тем, куда они хотят отправляться. Ну, первое их задание, они хотят все места с феями посетить. Их, по-моему, 5 там было. Остальные, они там нам скажут куда. Но мы сейчас не туда идем. Нас сейчас это не интересует. Я, кстати, вот это здание поставил неправильно. Как ни странно. Если бы я его поставил правильно, его надо было поставить прямо рядом с Underworld, вот это вот здание. Это тоже было в гайде написано. Если ты его ставишь прямо с Underworld, ты сразу получаешь Tree of Life. А так как я его поставил неправильно, мне надо теперь через Geo проходить дальше игру. Такие дела, ребят. Это какая-то секретка, типа. Если я ставлю Bone Fortress вплотную к Underworld, то у них там образуется какой-то переход. Мы в этот переход заходим, там убиваем какого-то босса. Но этого у нас не будет, я просто говорю, как там было в гайде написано. Убиваем этого босса, получаем сразу 3 of life и можем идти заканчивать игру. Ну, так игра, в общем-то, и проходится очень быстро. Я говорил, что игра всего-то за 2-2,5 часа проходится. Но мы с вами идем по сюжетке дальше. Мы не читерим и попадаем в City Gate. Город Гео. Здесь есть сейфпоинт, у нас он не интересует. В этом городе, напомню вам, Элазул сидит. Он нам сказал, что он сюда свалил. Найти бы его. Этот кентавр-извращенец. Ой, дорогая, my shrimming goodness. Когда я вижу твои глаза, I'm so fascinated. Я даже не могу сдвинуться ни на йоту. Fascinated, не помню, что такое. Ну, типа, возбужден, воодушевлен, что-то в этом роде. Извини, малыш, но если ты будешь смотреть меня в глаза, я тебя окаменею. О, небеса! Я никогда так не
влюблялся. Я слишком перевлюбился. Слушай, парень, иди-ка отсюда. Я часть Басилиска. Что такое Басилиска, не знаю. Ты вряд ли в меня влюбился. Это просто тебе так кажется, потому что у меня такая магия. Понимаешь? Какая поэма. Я ради тебя готов превратиться в камень, моя любовь. Послушай, моя дорогая. Как это называется? Тенор — это его голос, он имеет туда. А Charming, как же Charming переводится? Когда девушка вас пытается обольстить. Пусть будет обольстительный тенор. И он начал петь. I'm getting hard. Эй, пожалуйста, не уходи. Удачи, малыш. Мои студенты, бойскауты, я должна их сначала найти. Но я могу тебе очень сильно помочь, дорогая. Тебе же надо только, чтобы студенты вернулись в школу. Да, вообще-то да. Если ты мне поможешь, может быть, мы куда-то сходим. Хорошо, дорогая. Понятно. В общем, мы будем искать студентов, я так понимаю. Подожди, я должен это остановить. Я не могу ничего делать, пока думаю о тебе. Да. Судя по всему, мы будем Гильберту помогать с другой его любовной линией. Привет. А, это ты, Чампи, right? Ладно, я буду Чампи. Есть кое-что, с чем ты бы мог мне помочь. Моя дорогая хочет вернуть своих студентов в школу. Ну, учеников тут. Student — это и ученики в английском языке тоже. Это просто от слова study — учиться, поэтому и студенты, и ученики — у них одно и то же слово. Что ты скажешь? Поможешь мне? Давай. Ой, большое спасибо. Ты такой благородный. Так, кто ее студенты, надо понять. У меня нет причин возвращаться назад в школу, так что я здесь останусь. Иди в школу. Так. Ну я хочу петь, я хочу летать, как птицы, и петь. Птицы — мои учителя. Все, что над небом, все, что над нашей школой, это небо. Так, этого парня мы не можем убедить пока что. Я не был рожден, чтобы ходить в школу. А для чего ж ты тогда был рожден? Я не знаю. Так, нам надо, значит, какую-то мотивацию им найти. Их трое здесь, возможно, они есть. Теперь мы бойскауты школы. Но по каким-то причинам я не хочу туда ходить. Может быть, quality of instruction. Может быть, он говорит, квалификации инструктажа в школе не такая хорошая. Я не знаю. Просто мне не нравится туда ходить. Колдовство становится гораздо лучше, чем было раньше. Но это все. Больше ничего нет. Хотя научиться кастовать 2-3 магии, разве не так? Разве этого недостаточно? Он имеет в виду, что он уже их изучил. Я лучше выучу самое простое, то, что мне нужно для жизни. Стандартные темы. Иди в школу. Все нам отказали, никто не хочет идти в школу. Давайте поговорим с кем-то, кто. Как дела? Bartender have a barrier of his soul. Бла-бла-бла, to be a bartender, to understand. Понятно, он нам тоже ничего не говорит. Как нам замотивировать этих трех школодронов? Может. Так. Давайте-то выйдем на карту снова. Может, их можно замотивировать вот отсюда, допустим. Привет, Шпунтик. Нет, Лиги Легенд не будет. Ненавижу школу. Я тоже ненавижу школу. Во! Так приятно это слышать. Но я завтра пойду в школу, он сказал. Как замотивировать? Сколько же этих учеников? Как нам их всех замотивировать? Я, кстати, неправильно читаю. Они там не бойскаутинг, а бойкотинг. Я только сейчас это прочитал. Окей. Тебя мы убедили. Like this answer my question with yes or no. No.
I wish you could have Connor. Ты же даже меня не слушал. Да. Ай, ладно, я сдаюсь. Окей, так, этих двоих мы убедили. Один из них говорит, что он все еще бойкотирует, потому что все бойкотируют. Этот сказал, что он пойдет в школу. Ага, тогда возвращаемся. Это диалогами можно управить. Я думал, нам надо как-то их замотивировать, а я просто умудрился... три раза из трех проиграть коинфлип, ответив неправильно на их вопросы. А, вот этот, кстати, согласился пойти в школу завтра. Так, а что касается тебя? У этого нет причины идти в школу. Делай как хочешь. Не ведите себя так. Я ненавижу взрослых. Я буду поступать как хочу. Я не буду повторять ошибку, которую вы делали. Никогда. Так что я завтра вернусь в школу. Так, с этим мы пошли от отрицания. И ты тоже пойдешь в школу. Отлично. Так, мы убедили, кстати, уже четырех. Нет, трех отсюда и двух отсюда. Шестерых-то получается. Вот бы научиться считать. Да боже, как туда попасть? Короче, бегать лучше не надо. Вот так вот. Короче, 3 плюс 2 у меня получается 6, но это не важно. После хорошего сна я бы хотел прогулять школу и пойти на прогулку. Это хорошо. Разве не... Разве... Это нехорошо. Ну ладно, ладно. Убедили его, что он вернется в школу. Так, кто у нас еще есть? Ну, наверное, в этом помещении есть еще. Жалкие людишки. О, Элазул. Ха-ха-ха. Узнаете эту девочку? Я думаю, это та же самая отсылка, которую это небольшой троллинг. Троллинг от Squaresoft. Узнаете эту девочку? Кто узнает эту девочку? Давайте, я вам даю шанс. Она говорит, что здесь нету свечения никакого. Нет, и здесь тоже нет. Ее зовут Алекс. Она Jewel Merchant. Что я могу для вас сделать? Задать вопросы. Jewel Hunter. Жертвы. Только Джуми был жертвой, да? Пока больше никто не умирал. Ладно. Она за сокровищами гоняется и так далее. Ну ладно. Так, что тут еще есть? Джуми. Джуми Legend, Джуми Traditional. Не, это все бред. Это все может быть нам понадобится, если здесь какое-то преступление будет. Да, пошли вместе. Я вообще за тобой и пришел, Элазул. Я изначально за тобой и шел. Еще у нас есть один магазинчик. Так, вот ученички. Так, скучно ходить в школу. Да, это скучно. Почему ты так говоришь? Я пойду в школу. Мне кажется, ты меня подкалываешь. Я ненавижу войну. Я никогда не буду использовать магию на войне. Мой отец был великий воин, и он должен был сражаться с демон-лордом. Так что он искал самый крепкий доспех в мире. Он ушел глубоко в подземлю. Лакуст. Короче говоря, его там убили, я так понимаю. А нет, он просто говорит, что Лакуста дали ему армор. Самый крепкий армор в мире. Когда Лакуст Кинг дал моему отцу армор, мой отец сказал: Once you don the armor, you cannot take it off or you will die. Когда ты возьмешь этот доспех, ты не можешь его больше снимать, или ты умрешь. Так мой отец одел лакустовский армор, посражался с ним, с демоном, и победил. Но когда мир вернулся, так сказать, в мир, мой отец забыл слова короля и снял армор. Лакустовские крылья били его по спине, я так понимаю. Морнинг, да. Мой отец умер! Куда ты убежал-то, боже мой?
погоди! О, вернулся. Привет, Ишикаэши. Все? I will go back, да. Он вернется, в общем, в школу. Так, ну это, я так понимаю... Блин, он нам говорит, зайдите с другой стороны. Не, нам неохота здесь останавливаться. А ты кто? О, тоже минералку продает. Не, минералка нам не нужна. Так как мы не знаем, что с ней делать, поэтому... У нас, получается, остался один ученик, который только не этовался. Но он сказал, что так как все бойкотируют, он не будет учиться. Вроде здесь все, да? Давайте с этим поговорим. Ничего полезного он нам тоже не сказал. Каким-то образом я этих зеленых чубриков могу к себе домой всех притащить. Так, вот этот говорил. О, looks like everyone boycotting school. Вообще-то уже не все. Я вообще-то всех убедил уже идти в школу. Хм. Видимо, еще где-то есть. Еще где-то есть ученики, которых я пропустил. Так, ну, давайте выйдем. Там еще одно помещение есть на карте мира. О, вот и они. А так сложно учиться с этими молокососами. Но ты должен быть сильным. Ай, да, наверное. Нет, он не ответил нам. Ну, вот так вот он вернется, чтобы больше изучить. Школа даже не интересная. Но ты можешь ее сделать интересной. Я мог бы, если бы я был этот классовый клоун. Я не буду магом, я буду просто актером. Он хочет стать клоуном. Ну, нормально. Почему бы не стать клоуном? Вот еще один. Я все еще стою. Как так получилось? Я забыл сделать свою домашку. Я люблю школу. Понятно. Парень прогулял, потому что забыл сделать домашку. О. Мое имя Эсмеральда. Я хочу стать магическим воином, и я буду сражаться очень сильно. Здрасте. Здрасте. Так, что, некуда идти? Анго, с учителем поговорим. Магия повсюду. А чё у них один класс только? А, вот второй класс, видимо. Не, здесь Дамблдор должен был находиться, судя по всему. Но его здесь нет. О, там, может быть, на эту штуку нажать можно? Нет? Видимо, нет. Но она единственная, которая отличалась от территории прорисованной. Так, ну, здесь мы тоже всех убедили. Не, ну они реально троллят, вы посмотрите. Они Виви здесь посадили. Эти прорисовщики Legend of Mana решили потроллить немножко. Потроллить Final Fantasy и Chrono Trigger. Не, он еще все еще не готов идти в школу. Еще кто-то... Кто-то пропускает уроки. У нас последнее помещение осталось, получается. Так, это эти придурки. Есть какая-то магичка. Хм. Ладно, пойдем с магичкой поговорим. Я Кристина. Я владелец этого места. Я клитером командую. Ну, ладно. А это наемники те, помните, которых сложные. Take him on a quest. А, их можно брать с собой. Не, это бесполезные куски, я не хочу их брать с собой. Хм, ну у нас больше ничего не осталось. Только вот это вот место, но я так понимаю, я попаду в ту же территорию, просто с другой стороны, да.
Так, ну ладно, тогда идем к ней. Она, может быть, сейчас скажет, что все ее ученики собрались. Так, мы кого-то еще не убедили. Давайте проверим по порядку. Он пойдет в школу завтра, это точно. Так, ты. Он пойдет в школу только потому, что я не хотел, чтобы он шел в школу. Ты. Пойдешь в школу. Хм. Эта троица идет. Так, теперь здесь все на улице. Он пойдет в школу завтра. Back to school I go. Кривые эти выражения. Сначала всех на улице проверим, потом в здание зайдем. Well, back to my lesson, I suppose. Да. Возвращаемся к моим урокам. Я вернусь в школу завтра. Но я не буду становиться магом, стану актером. Этот парень просто сказал, что ему нравится школа. Он просто домашку забыл сделать. Так, ты и не уходил из школы, здесь никого не было. У нас один парень, вот... вот что я упустил, смотрите. Ну вот, да. Все бойкотируют школу. Учись самостоятельно. Я буду. Я учусь. Отлично. My handle is Green Wiggly. I'm conducting experiments in telepathy. Закрой свои глаза. Вы можете видеть зеленые вигли? Нет. Наверное, какие-то другие. Ладно, скажем, что у него все получилось. Да, это я. Я тебе посылаю сигналы. Сконцентрируйся на зеленом вигле. Еще что-нибудь видишь? Marching guns, 50 тысяч крабов. Правильно, это я тебе посылаю. Clearly. I will cut it out and focus on studying. Отлично. Еще одного чувака мы убедили. Ой, что такое? Я Нунузак. Экстраординарный кружочек. И что ты умеешь? Ничего не умеет. Там еще какой-то чувак сверху стоит. О, боже, как тяжело иногда здесь по лестницам подниматься. Привет. Эксперимент Нунузак, который даже не здесь. Классно. Ну все вроде как. Остался один парень, который говорил до этого, что все бойкотируют школу. Бойскаутинг, как я сказал. Как я неправильно прочитал вначале. Ну, может, я еще кого-то пропустил? Тогда будем еще внимательнее бегать. Вот ты последний. Да, но все студенты пошли в класс. Нет. Your pupils seems to be back. Да. Твои детишки вернулись в твои эти красивые руки. Да. Теперь мы можем начать настоящие занятия. Так что до свидания. Эй, подожди, дорогая. Что значит до свидания? Когда ты заканчиваешь со своими детишками, ты же хотела со мной пойти на свидание, ведь так? Какой же ты надоедливая. Отпусти меня уже. Или я тебя превращу в камень, и ты будешь здесь стоять вечно. Ох, преврати меня в камень, дорогая. Сделай из меня статую, у которой не будет ничего важного. И я буду здесь стоять вечно. Как это романтично. Мы можем это сделать, дорогая. Сооруди из меня статую. Sculpt your eternal happiness alone. Да-да-да. Сделай из себя статую самостоятельно. Примерно это она сказала. А теперь... Не, она не успела ничего сделать.
Он такой: нет, дорогая, прекрати. И она плюнула ему в глаза, и он остался опять ни с чем. Так, ну что, мы эту историю добили, только я не понял, нам ничего не дали. Историю мы добили, а нам ничего не дали. Давайте-ка снова туда сходим и, может быть, с ней поговорим. Она что-нибудь полезное нам скажет. Еще здесь должен был быть магазин оружия. Кто-то превратился в статую, мне кажется. Так. А вот. Посмотрите, что мы наделали. Эй! Как часто я должен говорить тебе: грязь. Но я... Ты просто грязь. Воу-воу-воу. Видимо, нам к ним. Эта девочка... Этого не может быть, говорит Элазул. О боже, Элазул, ты что-то увидел? Давай выясним. Так, а где это было? Это впереди... А чё они не в школе, я не понял. Прогульщики! Обещали, что будут ходить в школу, а все равно не ходят в школу. Так, они здесь были. Вон она. Гоу с ней общаться. Мелкий, отойди, дай пройти. Я не могу дождаться. Что-то не так. Мы должны будем подойти позже. Чего позже? Позже, чем что? Может, с кем-то надо поговорить? Ладно, давайте учителя найдем. А где она будет? А, ну она, скорее всего, тут будет уроки вести. Это же была Эшмеральда, я так понял, которая здесь вот была на уроках. А теперь здесь вообще никого нет. Видимо, сегодня воскресенье. У всех выходной в школе. О, боже ты мой. Вот бы по лестнице не научиться подниматься. Can I help you with something? Да. Только ты не хочешь отвечать мне на вопрос. Что, Лазула не надо было брать? Или наоборот? Он сказал прийти попозже. Ладно, допустим. Где магазин? Здесь должен быть магазин оружия в этом городе. Насколько я помню. Но она продает не оружие. А, вот оно. Вот оно. Или это не оно? Нет, какая-то хрень. Какие-то кристаллы, хаос-кристаллы. Это все то, что нам нафиг не нужно. А что у тебя еще есть? А, ничего, я только могу продавать тебе. Не, ну так я не играю. Может с ней... А, может с ней поговорить? О чем я с ней не говорил еще? О джувелях не говорил. Mana Stone, что это такое вообще? World Mana Energy Crystallize Form Mana Stone. Ты что, никогда не видел ни одного? Imperfect One Mana Stone in Sanctuary. However touch it grants a wish. Понятно. Это просто... Ой, не туда нажал. Back. Back. Это просто, ребят. Простынь. The night is my whale. Ты минералкой торгуешь, ты предложил мне просто переспать здесь. На втором этаже нет ничего. Вообще, а как здесь переспать, когда... Может, надо согласиться? Он говорит, что будем открыты всю ночь, можете остаться. Давайте останемся. А, ну... Да, в общем, ничего не поменялось. Я думал, может, будет какой-нибудь... ну, синематик, что мы, типа, ночь здесь провели. И ночью мы узнаем что-нибудь.
Ну, как-то так иногда бывает. Ну, сейчас проверим, может быть, это сработало, то, что мы целый день здесь провели. У нас, кстати, сейчас Саламандр Дэй начался. Во! Опа! Опа, 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 опа. Видите, триггер-то сработал. Так, куда они ушли, чувак? Хм, никуда не ушли. Так, может, ты знаешь, куда они ушли? Ему нравится каникулы. Уже каникулы? Зачем мы загоняли всех в школу, если все равно каникулы были? Скоро. Вот они где. Hello. Чпок-чпок. Джуми! Я Ляпис Трубецкой, Элазул. Я путешествую в поисках Джуми. Круто. Молчать, грязь. Грязь? Нет. Успокойся, Лазул. Давай не будем прибегать к насилию. Ой. Что с ним случилось? Хердови-дови. Только не приставай к нам. У меня сегодня уроки. Давай встретимся в библиотеке в следующий раз. Maybe он гном. Он диндей. Ага. Вот это уже становится лучше. Хоть какой-то прогресс в понимании того, что происходит. Короче, здесь разные дни еще бывают, ребят. И эти дни, они не понедельник, вторник, среда. Эти дни, они на карте мира. Помните, там есть вот эти вот Ундин. Так, где у нас поспать можно? Вот. А в какой на день, сказал, кроме Ундина, я могу с ней встретиться? Ну, не Ваура Дэй был. Ну, короче, у них календарь в неделе 9 дней, они по кругу крутятся. И яйца, из которых будет вылупляться что-то, от этого тоже зависит. То есть, чтобы получить, да... Во, в гном день она сказала, я помню. Гном и Ундин. Все, пошли. О, Элазул. Молчать, грязь. Уже не война. Ты не должна орать. Почему грязь? Бесполезная грязь. Jumi Kors were once valued for their magic. Он говорит, что девственность Jumi когда-то была ценна за их магию. Mages dwelt with one another for this course, but they were all useless. Намекает, что они хвастались, типа, своими вот этими девственностями. Это ядро. Корс — это ядро. Но они были на самом деле бесполезны. Стой. Давай не перед гостями. А это ковер! Я-то думал всегда, что это какой-то круг просто. Это ковер, ребят. Это джинни. Старые писания говорят нам о невероятной силе вашей. Такой великой силы и излечивающей силе. Sweet little prince, but she is just a worthless clot of dirt. Он говорит, столько всего могло бы быть с ней, но она всего лишь бесполезная грязь. Почему ты так говоришь? И ковер исчез. Ты вправду, Jumi? Почему ты себя не защищаешь? Ну, потому что это правда. A few people will be after my core. Ну, она говорит, что... Многие люди бы поохотились за моей девственностью. Хм. Я кое-что хотел бы у тебя спросить. Если ты путешественник, Элазул, did you see... Ты видел еще кого-нибудь, как я, Jumi, таких? Нет. А ты enemy видел? Я видел. Ты врешь. Я читал... Я могу читать мысли людей. Ты не можешь мне врать? Ладно, шучу. Ты кого-то ищешь? Можно я останусь в одиночестве? Окей. Ну, мы не врали, у нас на самом деле Jumi был.
The Lucky Clover. Что такое Clover? Если есть что-то, что я могу сделать, только спроси. И до какого дня мы ее должны оставить? Видимо, нам опять надо поспать, но давайте выясним, до какого дня. Leave me alone for a while. Ладно, пойдем спать. Возможно, в следующий день мы можем к ней прийти. Мы видели же, как одного Джуми убили. Джуми — это, я так понимаю, чуваки, которые вокруг кристаллов своих образовались. И Лазул тоже Джуми. У нее есть свой кристалл. Это раса такая, видимо. Есть охотница за кристаллами. Может быть, она даже тоже является Джуми. Может, она просто охотница за кристаллами. Так, она, видимо, опять на уроках. Ковер не ведет уроки сегодня. Ты выглядишь обеспокоенной. Да, у меня есть к тебе просьба. Отправляйся в лабораторию. Опять гном или Ундин Дэй. Да боже ты мой. Вот нас загоняют. Не в лабораторию, а там лайбери, в библиотеку. Вот нас загоняют, ребят. Но если дни идут по порядку, то ближайший день будет Ундин. Извините, потому что гномовский день был перед этим. Блин, эта музыка заела уже. Заело. О. Ой, мы вниз, походу, спустились, да. А надо было в библиотеку. Вот так вот. Спасибо, что пришли. Так, и что мы можем для тебя сделать? Сначала дайте мне объяснить. Я убежала из города Джуми, который был... And was taken in... А, и была взята в эту академию. А ты знаешь, почему город Джуми погиб? Флорина, the only one who could heal, was kidnapped. Она говорит, что какая-то была флоринка, она могла единственная исцелить весь этот город, но ее похитили. Хилинг, Флорина. Очень опасно было оставаться в городе Джуми. Джуми. Поэтому мы все свалили, потому что сила хилинга больше там не присутствовала. В хаосе... Я потеряла свою сестру. Так, значит, это была Нуну Мэджик Гай. Тот, кто все это натворил. Нет, мистер Назак позаботился обо мне. In exchange for this instruction in magic. Угу. Я пообещала, что останусь здесь до того момента, пока рыцарь какой-нибудь не придет меня забрать. Так значит, я все же твой рыцарь? Нет, Элазул. У тебя же уже есть гардиан, не так ли? Ну, Нузак говорит, нельзя быть с двумя сразу. Но... But knights and guardian current lovers or anything. Ну ведь, да-да-да, он говорит, но те, кто охраняет... А, он, значит, он, кстати говоря, не Джуми. Он рыцарь, который должен охранять Джуми. И та девчонка, Перла, которая у нас есть, она вот Джуми, а он не Джуми никакой. Но у него какой-то есть кристалл, который с ней светится. Короче говоря, он только к Перл может. Ее должен только охранять. Ну, и нам намекает, что, скорее всего, мы будем ее будущим Джумиком. Stop showing off.
Вы меня недооцениваете. Ладно, и что же дальше? Да, мы можем попросить Enemy стать нашим гардианом. Так я и думал. Так, что скажешь, Enemy? Ну, accept knighthood. Спасибо. Он отправляется в Джевели Стоу. Позовите меня, если понадобится. Я надеюсь, вы найдете ее сестру. И он телепортировался. И она становится так. Describe them where to. Describe them. Не волнуйся, моя сестра will soon be drawn to my core. А, ее сестру притянет ее ядро, так что мы скоро ее увидим. Так а куда идти-то? И сколько мы будем так ходить? Давайте посмотрим на NPC. Ой. 25-й левел. Мы уже 25-й левел? Не, мы уже 33-й левел. Это она такая неразвитая, 25-й. Ну, видимо, она будет тоже у нас магичка. Так куда идти, нам не сказали. Нам сказали, что скоро будет все притянуто. Ну, видимо, на карту мира надо отправляться, как минимум. Давайте сохранимся, потому что мы... Пипец, сколько здесь туда-обратно бегали. Столько дней не собираюсь повторять заново. Это здесь надо делать? Ну, окей. Ой, не туда я зашел. Ну, видимо, еще один день надо переспать. Понять, какой день будет тот самый. Может, куда-то надо сходить? Может, к этому ковру надо сходить? И ковер нам скажет, что делать дальше. У нас один ученик, кстати, здесь пропал. Вот тот верхний чувак еще непонятно чем занимается. Ну ладно, давайте еще один день просидим тогда. Ее дни были гном и ундин, так что возможно нам опять до гномового дня надо досидеть. Любопытно. Гномовый день наступил, а никто не появился. The only quarter left, so they're taken by Deathbringer army. You looking for the mementos to your sister. Короче, нам надо было сюда идти, а не пересыпать эти дни. Она хочет у этой джувелера найти какой-нибудь кор, похожий на ее сестру. Только я не понимаю, зачем. И тогда бы он смог вернуть свою сестру. The only one of us who can shed tear is Florina. Город мы все равно восстановить не можем. Не, я не помню, кто был главный злодей.
Ты думаешь, я помню то, что было почти 20 лет назад? Safety more important, let me handle it and go back to class. С этим мечом ты рыцарь, ты не сможешь поговорить с моей сестрой. Да, ты немного другая, в отличие от Перл. Так, извините меня, но я не имею дела с Джуми Корсами. Но они очень эти, как и говорится, раритетные. Jewelry Store was same as Margus. All right, ладно, пойдем к следующему. К какому следующему? А куда к следующему? Кому она хочет пойти? Больше никого в этом городе нет. Мы идем к следующему. Ну ладно. А, я знаю, куда нам идти. Тогда, получается. Нам к той магичке идти, которая наемников нанимает. Во, да. Привет. Ты не видела украшение такое какое-то? Дай-ка посмотреть. Неужели это оно? Я видел его in the warehouse below. На складе внизу. Отведи ее в warehouse. А я... Не, посмотри в warehouse, а я дам тебе это украшение, если оно есть. Нас, походу, кидают в warehouse. А, я, кстати, туда вниз не спускался. Это, походу, ловушка, ребят. Джуми Кор принесет нам только неудачу. Хм. Мы здесь еще не были. Ну тут особо и нечего делать. Что это? Что это такое? Это леди Диана? Что это она здесь делает, Диана? Не называй меня этим именем, я больше не Джуми. Почему? Джуми были уничтожены. Ты должна забросить свое существование как Джуми. Нет, моя сестра, она... call me even... Да, моя сестра меня зовет, даже учитывая, что у нее нет своего кора. Мы все одинаковы. И мы ждем, пока слезы восстановят наш город. Последний Джуми с силой исцеления была Флорина, и она мертва. Так что больше нас никому не вернуть к жизни. Я не сдамся. Ладно, возьми свою честь своей сестры и оставь это место. Jewel Hunter скоро придет за тобой. Откуда ты знаешь? Because I told the thief to come and steal my core. Потому что я сказала вору прийти своровать мою сущность. Я это решила давным-давно. Как лидер нашей расы. Я надеюсь, что когда-нибудь он придет и заберет ее. Нет, я этого не допущу. А я чуть не понимаю, зачем она свою собственную сущность выкидывает? Это же убивает их вроде бы. Если у тебя все еще есть надежда, тогда живи как Джуми. Часть твоей сестры, короче, там. И внизу, я так понимаю. Сис! Я не сдамся. Джуми снова заплачет. Я в это верю. Ладно, идем вниз. Видимо, это Battle Arena. Что у нас там, честно? По скиллам посмотрю. Спин и мунсалт. Нормально. По-пацански справимся. А вот это место я уже помню. Хм. А где? Она нас обманула? Здесь нет ничего. Видимо, когда я попытаюсь выйти, что-то произойдет. Нет? Не, я что-то не сделал. Подожди, может, надо было с ней поговорить еще раз? Так а какого хрена она нас вниз отправила? Она рукой показала вниз этим, мы пришли, а тут ничего нет. Battle Arena. А, я помню, почему я это место помню, потому что здесь можно с разными мопцами сражаться. И чё делать-то? А, я понял, мне надо, видимо, пойти наверх к этой волшебнице, и волшебница должна нам разрешить взять кор.
Она же так нам сказала, что я вам только разрешу взять кор. Нет, такого не было. What to do? Не, серьезно, а что делать-то? Может, здесь где-то валяется? Может, я неправильно посмотрел, она показала в другое место? Окей. Вдруг сюжет взял и остановился. Я не понял. Кому идти? Кто нам поможет? Что за фигня? Элазулу? Ну пойдем к Элазулу. Гномий день. Так, Элазул у нас здесь находится, да? Не, не здесь. В том. Вот здесь вот он. Элазул сказал, что мы помогли и не дали ее в обиду. Ладно, пойдем с ковром самолетом поговорим. Черт. Flying carpet. Что делать? Я серьезно не въезжаю. Может, я что-то тупанул? Где-то что-то не нажал? Так, она вопросов нам не задавала. Мы там просто читали текст. Потом она сказала, если хочешь, можешь забрать свой сискор. И показала рукой вниз. Мы пошли туда, и там ничего не произошло. Непонятно. Это с нами торговка больше не рассказывает ничего. Но здесь не пройти. Так. Ты не превратишься в камень. А я не сдамся. Сказала она. Спускаемся сюда. Здесь у нас написано Battle Arena. Может, здесь на какой-то стенке нажать что-то можно. Здесь, в общем-то, ничего нет, только вот эти двери, которые не открываются. Здесь нету Кора и ее сестры. Нас обманули. Так, что в этом городе еще мы не прошли? Здесь лампа Аладдина. На нее нажать нельзя, к сожалению. Так, наемниками говорить нет смысла. Это точно так же, как говорить с Элазулом. Абсолютно бесполезно. Они, скорее всего, скажут, типа... На, идти с ним, не идти с ним. Ну, у меня кроме вариантов поспать еще один день, больше нет ничего. Ну, еще вот это есть помещение, но оно бесполезное. Она просто говорит, что... Ну, бартендер еще есть. Но он просто NPC, ничего не делающий. Окей, идем спать еще один день.
Правда, зачем это нужно, непонятно. Я пытаюсь вспомнить, что там было. Там ничего не было. А здесь у нас продавец на минералок. Джиндей. Может, надо в какой-то особенный день сюда прийти? Ну, нам даже подсказок не дали. Я вроде все читал. По поводу ее сестры. Еще в этих в текстурах застреваем. Персонаж не пробегает. И Шукаеши, что делать? Я не знаю, что делать. Я честно не понимаю, что делать сейчас. А что у нас наверху было? Я пытаюсь все вспомнить. Нам вроде ничего полезного не было. Вот здесь вот. Это единственное место, которое я больше не проверял. А, понятно. День дряд, понятно. По какой-то причине мы пошли к директору школы. И чтобы с ним поговорить, нам нужно день дриад. Но почему мы не можем забрать просто кор без вариантов? Но нужен день дриады. Причем день дриады был 2 дня назад. Значит, нам сейчас перематывать аж целых 6 дней или 7 даже. Да, PvP там юзать можно. Это потом можно будет юзать. Это друг типа может... А не, слушайте, дриад день следующий. Друг мог бы memory card типа поставить, и вы бы могли своих персов друг против друга расставлять и сражаться. В этом смысле в игре пытались наладить настоящий PvP. Ответь мне! Я нашла его. Разве это меня делает вором? Вообще нет. Ты такой классный рыцарь. Я рыцарка. Рыцарка я. Всегда хотела этого, это сказать спасибо. Чего ты хотела всегда сказать? Что я рыцарка? Я понял, почему мы должны были к принципалу прийти. Только сейчас я это понял. Мне это очкарика сказала. Мне это Лука сказала, которая из Хроно Триггера. Она сказала, что она видела у принципала вроде как... джувелеры, украшения. И нам надо было сюда сначала прийти, а только потом идти туда. А я невнимательно это прочитал. Ну, то есть, я как бы прочитал, она сказала, что вроде бы у директора есть, но я что-то не обратил на это внимание, забыв о том, что... И, видимо, только сейчас мне надо идти туда. И сейчас, когда у нас есть 2 этих... мы можем продвинуть дальше сюжет. Ну, наверное. Хотя хрен его знает. Может быть, мы его все равно не сможем продвинуть. Нет, мы его все равно не можем продвинуть. Окей. Ну, идем тогда к очкарике, к Луке. Говорим, что у нас есть теперь 2 кристалла каких-то. Да боже ты мой. Ну а здесь тогда это чего говорила? Она же про принципал ничего не говорила. Она сказала, что там вот впереди лежит. А злодей садовник наверняка Ишикаеши. Я уверен. Так,
Где это было? Это сюда. Злодей будет садовник. Мы опять в тупике, потому что мы опять не знаем, что делать дальше. Главное, подсказок никто не говорит нам. Так, пойдем с директором пообщаемся. Директор не общается. Пойдем с ковром самолетом поговорим. Да, он тоже ничего не говорит. И тот сверху, который вообще еще ни разу ничего не говорил. Да боже мой, пропустите. Давайте с ним поговорим. Ну да. Это беготня туда-обратно. Может, мы у принципала еще что-то не взяли? Нет, все взято. Здесь можно сокращать путь на самом деле. А хотя это не особо сокращает путь. Нам потом в кривую надо вот так вот пробегать. Почему эти ученики не в школе? Он говорит, что у него нет сегодня школьных дней. Такой он врунишка. Не. Хоть бы подсказку она нам какую-то дала. Что она с этим кристаллом будет делать? А что у тебя продавалось? О! Ну хоть что-то мы нашли полезное. Ладно, тут хаммер есть. 43 дэмэджа сразу. Отлично. А еще тут доспехи есть. А какой нам нужен? Что нам за доспехи нужны-то? Надо посмотреть, что нам за доспехи нужны. Я просто помню, что вроде в этом городе магазин был, но сразу его не нашел. Вот он. Сразу плюс 18. Нам нужен хауберг, маска желательно. Маска же ничего не дает. Маска статы минус 1, а здесь она 6, 8, 3, 3. Ага. А хаубек это просто 3-5-5, да, и ничего не дает. Ой, его можно переименовать даже. Окей. Ну да, я же могу создавать айтемы, поэтому я могу их переименовывать. А статы отсюда посмотреть нельзя, да? Ну вот у нас есть Gold Hautbeck, он точно будет лучше. Но это магические эти флейты всякие. Но у нас была одна на 43, она была тоже бесполезной, так что... Давайте купим ботинки на всякий случай, посмотрим хотя бы, что это такое. А, лол, ботинки идут к этому же. 4, 5, 5, 5, ну, короче, полный провал.
А, ну вот, можно ботинки сюда одеть. И что у нас получается? Потеря по статам жесткая получается. А если ботинки заменяем на это, то у нас получается 3-5-4 минус 3 дефенс от магии. Ну и пофиг. Сейчас. Но это все, конечно, круто, только а где штаты-то нам найти? Штаты. Сюжетные штаты. Чё делать? Реально не понимаю. Эй, я продаю минералы. Ты молодец. Лучше бы ты продавал полезную информацию. Но опять спать как-то нелогично. Нам никто не посоветовал спать ложиться. Надо опять что-то найти. Видимо, мне надо лечь спать, чтобы коврик снова уроки начал проводить. Когда коврик будет уроки проводить, тогда все сработает. А в какие дни он уроки проводил? Вот, Вундин он проводил, по-моему. Вундин и гном, это коврик уроки ведет. А может, с этими зелеными надо тоже поговорить? Ну, ладно. Нет, коврик уроки не ведет. Ладно, зато принципал в классе не находится. Может, надо было сказать, что она воришка? Не, ну тут обычно, если ты неправильно отвечаешь, тебе предлагают второй раз ответить. Ну что за лаза? Что делать-то дальше? Сейчас с зеленым поговорим. Он только думает о Flower Bloom каком-то. Пойдем еще раз туда сходим. Никаких подсказок. Ну, у нас не остается вариантов, кроме как еще раз лечь спать. Как я должен был до этого догадаться? Я реально мискликнул. Я должен был подойти к нему со спины и задать ему вопрос, есть ли у него что-то такое. Он спрашивает, что? Нет, конечно, таких у меня вещей нет. Ну мы, я так понимаю, квест запустили? Дальше историю запустили, нет? Вряд ли мы просто так к нему подошли. Или этот триггер срабатывал на любую нашу фразу. Он сказал, что у него такого точно нет. Ладно, может это просто было. Вот, у нас есть саламандр. There is the shed in the principal office. And one more place where the cores respawned. And one more place where the cores respawned. А где он зареспаундился? В принципе, в офисе мы это схватили. Я так понимаю. Это две подсказки. А где второй раз он сработал? А, в кафе-шопе. Let's go see it.
Не, ну это реально. Я должен был с ним поговорить со спины, чтобы спровоцировать это. Так. Я знала, что это здесь. Что ж ты делаешь? Перестань, пожалуйста. Она кусты все обрыскала и нашла. Вот она. Это мой эмеральд. Это моя сестра, и я ее верну. Что-то там сказал не на непонятном языке. Why you sure say mean thing for a doe? Come on, ты мой кнайт, сражайся со мной. Violence is wrong. Ладно, я буду сражаться. О, ты слишком злая девочка. Если у тебя есть что мне сказать, то я лучше просто выслушаю. Ты прав, извини. Но это сложная история. Ты меня выслушаешь? Конечно же. Я просто здесь посижу и послушаю, а потом выкину их из этого помещения. Итак, я начну. Они убили всех вас! Это ужасно! Так и есть, мы все погибли много лет назад. Джимми healed their wound with tears. Она надеется оживить немного этих слез, чтобы восстановиться. Если тебе есть нужны слезы, то вот возьми мои. Все, что ты хочешь. Tea water, but got a pure, you can take it. Простые слезы нам не помогут. Нам нужны именно Jimmy Tear. Так значит, я могу остановить свой плач. Jimmy Tears are shred of life. That's why tears can heal a Jimmy. Jimmy put life in their tears and shred with freely. Мы больше не можем плакать. Мой учитель сказал, это все из-за инстинкта выживания. Спасибо. В общем, нам разрешили забрать... Ну все, мы все их собрали. Ура, 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 ура. Пришла наша красавица, за которую я болею. Я болею, чтобы она победила. Она говорит, что опять мне повезло. Lucky Clover again. Куда идти? Письмо нам скинули. Ой, смотри, письмо. Тут написано Lucky Clover will be mine. Что мы будем делать? Отправляемся в академию. Не, я не тебя отправлял в академию. Боже мой. Я думал, мы отправимся в академию. Ну ладно. Пойдем за Элазулом. Я этот, самый крутой рыцарь, идиот. Где Эмеральда? Ладно, ладно. Что-то мы его взять с собой не смогли. Ладно, идем ее спасать. Ну кто ж знал, что такая чушь будет. Мы слишком опоздали. Эмеральда пропала. Ее похитил Джевел Хантер. Ай-яй-яй-яй, кто это сделал? Ты откуда вообще взялся, инспектор Гаджет? Я, короче, хреновый кнайт. Однозначно. Давай, я тебе расскажу, что произошло. Let's look for Esmeralda. Let's go look. Все, мы его взяли. Но она вряд ли в академии находится, ее же похитили, так что туда я иду бессмысленно. Скорее всего, мне надо идти опять в подземку ту самую. Что-то куда-то все пропали. Он говорит, что самая сильная магия – это смех. Можно рассмешить человека и таким образом его победить. О как. Поняли, ребят? Насмехайтесь над людьми. Издевайтесь над людьми. И вы победите их.
Пара-ба-па-пам, пара-ба-ра-ба-пам. Ну, видимо, нам надо в подземку идти, в ту. Тем более, что наемники там как раз были. Привет. Этот парниша ушел на склад. Какой парниша? О каком парнише он говорит? Она же Кит, надеюсь, они имеют в виду просто кит, что это маленький ребенок. Нет, это ужасно. Эсмеральда. Что ты ей рассказала? Почему она сделала Ну, расскажи нам, что ты ей рассказал. Да боже мой, почему к ней нельзя подойти поговорить? А Diamond Jumi? Я та самая, которую называет Диана в городе Jumi. А ты молодой рыцарь Jumi? Ты мог бы ее спасти? Конечно. Тогда я оставляю это на вас. А? А? Что? Куда? Что оставляет на нас? Видимо, мы наверх отправляемся. О! Та самая арена. А, мы со Скарнером уже дрались. Ну, Скарнер это даже не интересно. Мы уже с ним дрались. Ну, хватит быть сайленсы. А чё наш дракон, он будет там это участвовать? Ой. А, это мы его победили. Сюда! Сюда на! Я не могу больше плакать. Даже для себя, даже для своей сестры. Похоже, вы слишком поздно пришли сюда. О, она все три забрала. А-оу. Я крутой рыцарь. Помощник просто номер один. Ну что, ой, извините. Я знал, что так произойдет. Я знаю, почему ты знала, потому что ты ее сама вызвала. Ты же ей написала письмо, чтобы она украла твою, этот, Jumi Core. Почему она твою не украла, непонятно. Ревенж, да. Почему она, кстати, хочет отомстить всем Jumi? Притащить своего Гардиана хер с тобой. Ну ладно, я тогда тебе расскажу. Я даю тебе это как доказательство своей преданности Ishii Platinum. Дай мне тебя вернуть к твоему Гардиану. Куда ты меня вернул? Что ты хочешь от меня? Почему ты не рассказал, почему... Как мы сюда попали? Нам надо... А, он сюда. Типа, понятно. Ой, Лазул, привет. Ну ладно. Она довольно счастлива сейчас выглядит. Не буду ей рассказывать, что Диана и Эсмеральда умерла. Ну, Диана жива, но, видимо, мы не расскажем. Все? Конец истории? И нам ничего даже не дали, чтобы продвинуть сюжет? Но нам надо тогда теперь идти, чтобы продвигать сюжет в Underworld. Потому что я вам говорил, что если бы я поставил Bon Forest сразу вот здесь, от Fortress, то через Underworld я бы сразу мог попадать там в дополнительный мир. А так мне надо было сначала проходить историю с Гео, чтобы вот здесь вот что-то открылось. И оно только сейчас там открылось. Но я не знаю, мы сегодня уже сколько отыграли. Сейчас посмотрим по времени. Мы как-то очень долго... О, мне казалось, что мы очень долго. На самом деле, мы просто сражались очень мало. Это всего меньше даже, чем полтора часа. Оказалось, что так долго уже идет все. На всего 1:20 прошло с тех пор. Ну ладно, тогда давайте кормежкой позанимаемся. Дней-то прошло много. Здесь еще соберем ресурсы.
Вон ежик вырос. Скидываем ежика, который вырос. Так, что-то нам дашь-то? А, он нам ничего не дал. Ну ладно, мы ему дадим. Давайте еще дадим. Он, я хочу I'm still full. А, понятно. Тогда это только один раз я могу. Но у меня был перебор со small seed'ами. Комбинация, я не знаю, какие надо делать. Поэтому что-нибудь нам дашь? О, могу ему дать. Так, давайте ему дадим long seed и long seed. А мы такое вроде уже делали. Да, и он нам как раз говорит, что такое уже было. Давайте long seed и small seed. И такое мы уже тоже делали. Мы тогда все варианты уже почти что сделали. Ну-то больше тут выращивать нечего. Ну, то есть мы можем выращивать то, что мы уже выращивали. Только лишь. Новых он нам не дает. Во. Oblong seed. Так, oblong seed с любым я могу, наверное, объединить. И мы получим что-то новое. Отлично. Так. Теперь идем заниматься кормежкой наших пэтов. Кстати, насчет кормежки. Я тоже выяснил. Ой, у нас же не кормежка, у нас же яйцо вылупилось. И у нас бобер вылупился. Изи бобер. Мир будет бобром у нас. Изи мир в бобер. Ну все. Так, сейчас только... Мирф, не обижайся, мы немножко твой ник поменяем, а то ты очень, у тебя очень скучный ник. Поэтому мы сделаем тебя Мирф-бобер. Ты же не против быть бобром? Так, ну и конечно же бобра надо брать с собой. Хотя он еще пока молодой, неопытный. Сейчас посмотрим, что у него там по статам. 32-15. Конечно, Ерун тут у нас адовый монстр. Ну вот бобер вырос. С бобром-то ходить по милую душу. Но нам тогда некого будет отсылать на это. Надо кого-то продать. Ладно, давайте сначала просто всех поставим на кормежку. По поводу кормежки. Я выяснил, что это такое. Там статы повышаются. Но я, правда, не посмотрел, какие статы повышаются. Ты когда скидываешь вот им вот всю эту еду, у них на рандоме могут повыситься статы после того, как они левелапаются.
в зависимости от того, соответственно, что ты им дал. Там у каждого еды есть свои показатели. И вероятность того, что эти показатели сработают, тоже зависит от того, чем они у нас питаются. И кем они являются, соответственно. Там есть, ну, более хорошая еда для кого-то, более плохая еда для кого-то. Но это все выяснить, я не знаю, это просто невозможно. Так что, ребят, я на шару просто кормлю. Тем, чего у меня больше кормлю. Знаю одно, будильник, который был, помните, у меня был будильник несколько раз, выпадал. Будильником кормить нет никакого смысла. А, это ты еще ничего не ел. Ну да, ты потому что не ходишь даже по полю. Надо, короче, Кернел Паника вернуть с Грейсинга. А можно его с Грейсинга вернуть? Ну, потому что он высокого левела, пусть он перестанет грейситься. Иди сюда, Кернел Паник. Пусть бобер немножко покачается. Потому что левел поднимают они только на улице. Ну все, пусть бобер идет жрать на улице. Вон. Просто бобер. К черту дракона. Когда есть бобры. Бобры добры. Так, что нам делать-то? Надо в подземку спускаться. Либо с пиратами прокатиться. Давайте с пиратами прокатимся. Куда мне там надо было? Это восток, восток, восток. А, блин, слушайте, я не знаю, это точно так? Потому что корабль-то смотрит в эту сторону. Это либо запад, запад, запад относительно корабля, либо это восток, восток, восток относительно карты. А вон, дней у нас 8 всего, видите? Там вот снизу есть эти дни. Их всего 8. Ладно, идем тогда сюда и восток, восток, восток едем. И мы должны будем прийти к лейк вот этому. Пофиг, что мы будем типа через локации пробираться. Суть как бы в этом заключается. Так, нам сюда. Нам по этой стороне надо идти. Хм, странно. А почему я не могу по этой стороне пройти? Ну ладно. Ну давайте. Восток, восток, восток. Это ист, ист, ист. Ну и должны мы приехать туда, на самом деле. Хм. Ну тогда на юг, если мы туда не смогли приехать. Значит, это относительно корабля надо смотреть. Если относительно корабля, то выходим, заходим. Если это относительно корабля, то нам нужно запад, 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 да? Нам нужно направо. Мы куда-то приплыли. Просто на рандоме. Он говорит, без Винда корабль не может двигаться. Ветер закончился. Куда мы приплыли? О, боже мой. А вроде ж так легко все было. Это просто ветер закончился или что? Go fish or something. Мы сломали корабль.
Наш корабль не двигается. А как выйти было с корабля? Ой. Он говорит, что он нашел бутылку, но не хочет отдавать ее капитану. А? Какой красивый корабль, мне это нравится. И исчез. Это куда? Я просто на запад поплыл, да? И сразу попал в какую-то локацию. Но это, видимо, относительно корабля надо смотреть, куда плыть. Так, ну, идем к капитану тогда сразу. Видимо, тот чувак сейчас доложит капитану, что он призрака... Ну да. Что он призрака... Вот он, этот призрак. Можешь с тобой поговорить? Призрак. Нельзя с тобой поговорить. А вы, видимо, вообще не в курсе. Он говорит, что надо его назад в бутылку запихнуть, но он не знает, где найти эту бутылку. Угу. Бутылка была у того чувака. Куда делся тот чувак, без понятия. Ну, может, где-то на палубе еще прячется. Сейчас пройдем сначала весь верхний этаж. Нет, в верхнем этажах нету его. Тогда придется на нижние палубы идти. Не, подождите, мы еще не все проверили. А, не, мы все... Не, вот это мы не проверили. А, ну это то же самое, да. Так, ты здесь, ты их пугаешь. Бутылка непонятно... Блин, не туда зашел. Бутылка непонятно где. Значит, на нижний этаж надо спускаться и там искать бутылку. Там куча помещений с драками. Ну, что поделать. А призрак и здесь гуляет? Где этот чувак с бутылкой? Я боюсь, что он на самом нижнем этаже будет находиться сейчас. Видимо, еще ниже надо спускаться, ребят. Так, чтобы еще ниже спуститься, это сюда и вниз. Ghost is gone, pretty girl is here. Pretty girl? Just back from the beach, maybe. Не, ладно, ладно. Он куда-то наверх поехал. Ну, скорее всего, он на самый верх уехал. Видимо, это он. Вот он. Быстрее сюда. Воу! Это что за чудовище? А где я? А, вот, он меня откинул просто. О, моя схема не работает. Так, этот Аладдин что-то кастует в нас. Как его убить? По нему не попасть.
А, вот. Он, кстати, почти ваншотнул нам нашего Дрейка. Нифига у меня спеллы отнимают урона, вы это видели? Давай, бери хилки. Ой, хилки. О. Бесполезный дракон. Отлично сделано, ребят. Настоящий член моря. Капитан, она девочка. А, ну ладно. На, возьми это. Он нам краба дал. Вендел Сильвер. Так. Квайт Си мы выполнили довольно быстро. Мы сразу на запад поплыли. И куда попали? Давайте посмотрим, чтобы понимать вообще. Не совсем даже понимаю. Мы призрака там встретили, то бишь, это вообще как-то нелогично все. Я хотел просто понять, ну... А, вот куда мы, наверное, попали сразу. Типа вот это запад. Типа тогда надо так смотреть на карте. Ну, скорее всего, Bone Fortress. Призрак откуда мог прийти. Значит, нам надо теоретически на юг плыть тогда просто. Три раза на юг. Это типа запад. Ну, просто смотрите, если запад сюда, то здесь должна была быть подземка. Призраки вообще здесь ни при чем. Если запад является это вот это, то... подождите, а Potato Harbor может быть западом. Там же призрак-то был. Я не понимаю, что является западом там. Ладно, давайте сейчас на юг тогда поплывем. Как бы это единственный вариант, который в глаза мне попадает. Хотя можно и на запад, если это был просто запад, то мы проплывем мимо. А если это запад был вот этот, то мы попадем в джунгли. Во, да. Либо на запад, либо на юг тогда два раза сейчас едем. Ну, на юг нам на три раза. Теоретически. Я же не путаю, юг внизу же, да? Да, все верно. Южный полюс. На юге холоднее. Как бы это парадоксально не звучало. Да блин. Тут иногда, типа, вот зашел так в помещение, а здесь надо в другую сторону нажать кнопку, чтобы спускаться дальше. Куда я хочу? Давай на запад два раза. И мы должны в джунгли приплыть. Нет, мы не приплыли в джунгли, значит, мы не туда. Значит, это действительно был этот... Я пытаюсь исправить ситуацию, но она не исправляется. Теперь я не знаю, где я. Ладно, давайте назад возвращаться. Чтобы назад вернуться, мне надо два раза South нажать и три раза West нажать. И мы тогда вернемся туда, где были. То есть East, а не West. Так, все, мы вернулись туда, где мы были. Теперь отсюда идем на юг три раза. Раз. Два. Три. Не, он просто говорит, что какие-то enemy пришли на корабль. Ау. Ой, я не в ту сторону смотрю. Ну, окей. Мы запутались, ребят.
Окей, допустим, это не юг. Карта либо так нарисована. Я был уверен, что юг — это вниз идти. Допустим, это не юг. Тогда нам нужно норд три раза. И мы никуда не приплыли. Чё за лажа? Ладно, до конца едем на норд. Ну, я, видимо, за локацию вышел, поэтому там мапсы уже на нас напали. Ну, поднимешь кристаллик? Ой, бесполезное чудовище. Я не могу понять, куда мне плыть. Хоть я и знаю правила теперь, но все равно не понимаю. На юг он не хочет плыть. На север тоже не хочет плыть. На восток мы плыли с самого начала, да? Это первое, что мы проверили, это был восток. Он сказал Mermaid, видели? Я когда сейчас проплыл на восток, он сказал про Mermaid. Я так понимаю, я в Potato попал. Раз я попал в Potato, это был восток, то теперь мне надо относительно этого, это был восток, мне нужно плыть на север. И должны мы сейчас приплыть в правильное место. Нет, он говорит, просто напали на нас. О, как тяжело здесь определить. Я, походу, понял, в чем подвох весь заключается. О, дракон сделал что-то полезное в кои-то веки. Ну, собирай, давай. Да боже мой. Что же такой бесполезный? Не может собрать себе. Так, мне кое-что хочется протестить. Еще раз. Если я поеду на восток. Почему он сразу написал мне сейчас это? Ты когда-нибудь влюблялся? Это он намекает про Лумину, что мы попали в Лумину сразу. Но мы не можем попасть сразу в Лумину. Что за бред? Как мы могли в Лумину сразу попасть? Где этот корабль вообще находится тогда? То есть, понятное дело, что он использует мою карту мира. Но непонятно, почему он не использует начальную свою точку. Такое ощущение, что этот корабль на рандоме находится в первой точке. И дальше сейчас... У меня несколько вариантов, откуда я вообще приплыл туда. Ну, теоретически я должен вниз идти. Море знает все. Ну, тогда я вроде бы не туда. Так, вернемся назад. Да, вот, мы вернулись к Fallen in Love. Давай на норд теперь. There is so much freedom. Так, нет, вернемся назад. Снова Fallen in Love. Да, на восток. Так, вернемся назад. Странно. Короче, мне на карту мира и перерисовывать ее. Я так не могу понять, почему он не хочет. Там же Фейри точно было где-то возле Лумины. Мне кажется, у меня была... Так кто меня это...
Ой. Не, мне так не пройти эту. Этих пиратов. Может, Fallen in Love не являлся Луминой, и тогда я вообще неправильно понял территорию. Но он дает мне подсказки. Если он мне пишет, что вообще типа ничего не пишет, значит, я промахнулся. А как мне выйти назад? Стоп. Здесь мужик был. Я думал, что выйти благодаря этому я могу назад. А, надо с капитаном поговорить и сказать, что мы не любим. Все, я вспомнил. Да. Так, капитан не здесь. Так, теперь смотрим на карту мира. Первая территория, он сразу мне сказал Fallen in Love. Я подумал, это Люмина, ну потому что логично. Ну да, я был прав. А потом какие он мне подсказки давал? Море знает ответ, он давал подсказку. Это не Люмина, значит, это не про Fallen in Love было. Море знает ответ. Хрен его знает, куда он нас то поставил в начале. Но мне надо вот сюда попасть. Вот в эти две локации. Вот в этих двух локациях есть феи. И именно с феями корабль готов воевать, типа. Только там я триггер этот включу. А так хрен его знает. Ну, давайте в Лумину сходим. Я давненько там не был. Я знаю, что там просто еще один квест есть в Лумине. Только не помню, когда он активируется. Может быть, он уже активен. Там квест типа связанный с тем, что Будабиры ушли из этого города. И они в другом городе сейчас. Если бы ты смог отправиться в Underworld Alive, ты бы отправился... Да, да? Ну вот, я походу квест запустил. Но это про Underworld. Ну мне надо будет там выкинуть чувака и Ларка взять с собой. Ну Ларк точнее уже там. Так что мне никого брать не надо будет. Он там меня сидит ждет. Это куда-то слиняло. Вот-вот-вот с ней что-то связано. Там медведи, по-моему, начнут типа паниковать, что она куда-то делась и отправится за ней, а она отправилась за ресурсами. Какой-то. Как я вот как-то очень хорошо это запомнил. Так, а где у меня подсказка с переводом, чтобы с медведями поговорить? Вот она, подсказка с переводом. Он просто говорит, типа, что он рад меня видеть, типа, даб. Ну, это да, либо счастье. Довольство. Довольное существо. Тоже довольный. А ты чем торговал? А, ну ты отстоем торговал. Этот, видимо, тоже будет довольный. Значит, нам подземку надо идти. Значит, надо от Эл-Азула избавляться. Выкидывать его у себя дома и идти в подземку. Вариантов у нас не так много. Либо подземка, либо пираты. Но с пиратами я что-то не въехал. Надо что-то понять. Позявкали немного. Так.
Такой он, короче, не может ко мне домой зайти. Давайте тогда к кактусу пойдем, сходим, поговорим. Кактус занимается нашей летописью того, что мы делаем. Лол, ты здесь ходишь? А он типа Перл защищает таким образом. Дом охраняет наш. Бон Фортресс. Не, стой, чувак, я хотел в подземку спуститься. Тут один чувак сказал, могу ли я туда пойти вниз. И я ему хочу ответить, что могу. Он где-то здесь сейчас будет, и он нам квест даст. А он нас сразу в Бон Фортресс хочет отослать, Ларк. Как раз потому что, ну, как я вам говорил, сработает сразу триггер после того, как я Гео пройду, что я могу в Бон Фортресс идти. Хм, и где его искать, интересно, этого мужика? Вроде уже все проверили. Ну ладно. Походу его не найти так. А что, ты меня отсылал? Или кто-то меня отсылал? Во, да. Нет, он просто нам рассказывает, это не отсылает никуда. Помните, тут был телепортатор один? Я вот только его что-то найти не смог. Я еще в аду босса не прошел. В аду тоже есть босс. Ну ладно, давайте потом сюда вернемся. А то я боюсь, что я сейчас буду ходить, заблужусь. Время только море потрачу. А мне тут прям конкретно сказали, что делать. Почему бы не пойти и не поделать. А с тем чуваком, может, мы потом сможем договориться. Может, вот они телепортировали? Или вот он? Я кое-что чувствую. О, вы снова? Какой у вас странный голос. Что случилось? Ну, вообще-то... Мы использовали все хербы и минералы как реагенты для наших поушенов. Хербы с этой горы могут вылечить многое. Но последнее время очень странные голоса начали исходить из Бонни Касл. Говорят, что это старый дракон, дракон Кноуледжа, там воскрес. Дракон Кноуледжа? Знаний? Это типа ящерицы? Воу! Ну что ж, идем дракона знаний убивать. Вон он идет, а? The Ghost of Nemesis. Воу, прикольно, название мне нравится.
Away with you, humans. This place is not for you. Стой. Чё за фигня? Мы драться будем? Драгун, неужели это ты? Прошло много времени, Джаджа. Джаджа Бинкс. Пропусти нас к Джадже. Никогда, злой один. Я должен от тебя избавиться и отправить тебя назад в Underworld. Джаджа Бинкс. Пока прикольную битву проводим мы. Ау! Он все же попал. Ну ладно. Будем тогда юзать нечестные удары. Да, какие-то легкие все. Никакого трайхарда босса не создают нам. Это Тони Старк против нас сражается. А, что? Я его кританул, что ли? Почему он так быстро умер? Вроде хп было еще много. Так, и куда нам? Врата полости те? О, у тебя сиды есть. О, я могу у тебя блонгов купить. А это что такое? Это еда, да? Во, вот этот вот клок, он ничего не дает. Так, и что мы сделали-то? Все ушли домой. Мы убили какого-то чувака, но он нас к Джаджи Бинксе не пустил. Я не понял, тут, видимо, что-то еще надо сделать. Во, да. Все гораздо проще, чем я думал. Ха. Ну ладно. Или не ну ладно. Что тут делать? Такое впечатление, что здесь надо что-то положить. Но положить нечего. А эта штука не открывается. Что делать? Может, эти подскажут мелкие? Нет, они ничего не подсказывают. А как туда попасть? Он говорит, там так много скелетонов, но я ни одного не увидел. Так, я что-то явно не делаю. Во-первых, рот надо открыть снова. Теперь надо залезть в этот рот. Глубоко. О, ура! Что-то произошло полезное, наконец-то. Мы получили большой рог. Гигантский рог. Куда мы выходим? Ага. Но мы одни остались. Это была типа... It's a trap! Это была ловушка. Туда нельзя попасть. А, ну, выход только один. Окей. Привет. Можно поговорить? С ним даже подружиться нельзя. А, во, можно. Не совсем понимаю, что я делаю, но ладно. Блин, когда так локации прорисовывают, ты хрен поймешь, куда идти на самом деле. Ладно, изи-пизи в соло-файт.
Ретрибушн! Ой, вы куда-то отбежали. Это не лестница? Судя по всему, это не лестница. О, огонек. So you young were trapped here in Bone Forest 2. Я тебе помогу. Если ты когда-нибудь потеряешься, спроси моих друзей, он тебе поможет выбраться. Видимо, с черепами надо будет разговаривать. О, привет. Мне кажется, ты недоволен. Ага! О! А здесь черепов нет в этом помещении. Так. Ну да. Угу. То есть тот череп тоже, наверное, что-то открывал. Сейчас пойдем поглядим. Ой. Пипец я урона наношу, конечно. 4 раза прокрутился, уже они мертвы. Ой, только здесь только бабки дают. И то не очень много. Так, где был череп? Внизу тут, да? Наверняка он тоже что-то открывал. Так, внимательно смотрим. И что он открыл? Ага! О! Я тебя помню. Я не могу туда идти. Фортерс меня поимел. Дайте мне остаться здесь. И здесь нет скелетов никаких. Так. Ну, у нас не остается вариант, как вернуться назад и поискать здесь что-нибудь. Вот ты, например, нет? Ничего. Надо 2 человека было иметь. Так вот в чем ловушка заключалась. Нам было втроем нажимать на ту штуку. О. Так, ну с тобой мы уже говорили. А, он куда хочет меня отправить? А мы где тогда? Мы сейчас на 4-м этаже, получается. Давай-ка на 1-й. Плохое время, он говорит, на 1-й ехать. Хорошо, ладно, поехали на 3-й этаж. Так что ты мне тогда предлагаешь ехать первый, если это как рыбу или мясо будете? Я буду рыбу, а рыбы нет сегодня. Вы ищете Ларка? Да нет, на самом деле. Я бы с тобой пошел. Вы служите Драконису? Вы должны знать, почему Драконис пытается убить всех драконов. Я и так знаю. Так вы хотите убивать всех драконов, даже зная его план? Вы мне отвратительные. Ради чести Джаджа Бинкса я вас убью сама. Мамки, привет. Ульта попи! Не попала. Ну и ладно. Сколько у тебя этих полосок ХП? О! Да сколько у него там полосок ХП? Вы посмотрите, я просто по кругу снимаю до зеленого.
Во, все. Да пошла ты. Как дела? О боже, боги, вы такие сильные. Ну когда-нибудь, когда-нибудь я вас остановлю. Мамки, привет. Мы, а что, что? Что там было написано? Ну я походу ключ получил. Ключ от чего? Ну видимо от следующего этажа. О, а я могу к этим призракам подойти? Не могу, ладно, поехали. Поехали, поехали, поехали. А, ну да, это бейсмент был. Я точно на второй поехал? Почему я вниз поехал? Как-то нелогично, что второй этаж находится внизу. Ой, сюда можно зайти. О, привет. Валя! А, блин, не успел конфетку взять. Нифига они у нас отсасывают хп, вы видели? Они сильнее даже, чем этот мобец, который только что сражался против нас. Так, что это за место? О, здесь есть череп. Он с нами не общается. И для чего это место? Я думал, если с черепом поговорить, то... Ну ладно. Ну, наверное, по логике и с этой стороны есть проход, да. Во, вот с тобой можно поговорить. Давай. О, Ларк. Пропустим его пока. Я получил Эш. Моя сестра. Не? Вставай давай. Извините, я не могу поверить, что я попал в такую глупую ловушку. Извинения приняты, сэр. Эй, что такое? В чем прикол? Опять с черепами не поговорить. Может, это все, что мне надо было делать на этом этаже? Можно, типа, на первый ехать? Ага. Давай на этот раз это выполнять. А, мне сказали, что я не могу туда идти. Так я не понял, а в чем прикол-то тогда? Мы ничего не выполнили. А в подвал мне нужно идти с ним? А какой смысл? Чего я там забыл? Мы всех вытащили. А это просто заход в подземелье. Мы всех из беды вытащили. Но нас не выпускают. Может, все же надо в подвал пойти. У нас ключ чего-то появился. Мы им так и не воспользовались. Вот Эш, что это такое? Это Powder Secondary. А ключ... Ну, он был таким цветом обозначен.
был таким цветом обозначен, ну, как обычный предмет вроде не считается, так что... Ладно, идем в подвал. Может быть, в подвале что-то надо сделать с этим ключом? О! Я здесь не был. Не, я здесь был. Я был здесь? Не, это не то место. Я здесь не был как раз таки. Так, куда это ведет нас? Это ведет нас сюда. А не, я здесь был. Он сейчас там откроет нам проход. А куда это вела нас? Это дракончика, где мы нашли, да? Это дорога с двумя мечами. Я тут все же был, просто я там почему-то не прошел. Непонятно почему. Поднимите кто-нибудь эту монетку, боже мой. А это где я проснулся вначале? Да, где все были мертвы, а я проснулся. Вместе с дракончиком мы открыли эту дверь и ушли с бейсмента. Да. А, боже мой. Что за прикол? Окей. Ладно, на третьем этаже на нас напали. Может быть, на третьем надо снова оказаться. На втором мы нашли Ларка. Вот здесь вот закрытые ворота. Как их открыть? А, угу, окей. Здесь, оказывается, была локация, которую я не прошел. Теперь все становится на свои места. Рипкач Холвей. Bring a full army, if you wish, you will not pass. Он говорит, приводи хоть всю армию, тебе не пройти. Но это же, это Ларк-захватчик. Так-так, Deathbringer, if... Это ты ведь? Теперь я вижу. Ты и есть тот, кто служит Драконису. Ты довольно сложный оппонент, ха-ха. Meet again. Я даже не думал, что мы встретимся через тысячи лет вот так. Картус! Ground Zero! Изи, треть хп. Ну, не, ну это какой-то дисбаланс, ребят. Либо Хаммер слишком дисбаланс, либо я слишком дисбалансно прохожу ее. Тут реально простые мопсы и то иногда больше создают проблем, чем боссы. Ха, да ты впечатляешь. You just... Ты наверняка один из тех. Тебе нечего терять. Ну, как мне кажется, мне тоже нечего терять. Ну, видимо, мы дальше должны идти. Ту-ту-ту-ту-ту. О, здесь... Это трон корпсов. Трон, созданный из трупов.
Как долго мы ждали, пока наша собака дойдет? Я чувствую силу маны. Появись, Джа-Джа Бинкс. Ты уже где-то рядом. Джа-Джа! Во имя моего мастера Дракониса я пришел уничтожить тебя. Драконис? Ты все еще... You still do you selfish and crave mana? Не знаю, как это переводится. Разве тебе не надоело столько крови, сколько ты видел? Глупец. Абсолютный глупец. Вот это красиво. Так, где он тут? Вот он. Изи-пизи. Мы опять... А что это за статы он скинул? Они воевать с нами будут? Ну, чтобы он не скинул... Ой, он из попки своей что-то хочет... А, он не в нас даже кастует. Ну, нашему дракону не повезло, бывает. А, ну и все, мы его убили. Нет? Ну, у нас 20 хп снял. Ну что это за боссы? Давайте его убьем ультой Поппи. Ты что сделал, Ларк? Ты все испортил. Моя ульта Поппи не убила его. А что это за головы здесь попадали? На... Ну, короче, мы еще одного дракона убили, я так понимаю. Ой. Нет? Так, что дальше? Да ничего дальше. Изи-пизи. Ой. Как обойти только к нему? Ау! Драконис! Монстр почти уничтожил нас всех. Не бойтесь, в этот раз вы будете покоиться в мире подземном всегда. I knew sense the power of mana here. Я чувствую здесь силу маны. Нам еще третьего дракона надо убить. Он же говорил про трех драконов. А что, если он третий дракон, это наш дракон? Блин, мы постоянно должны ждать, пока наш тиммейт доберется. Монорум. Спасибо этому парню. The Herp Around Here. Он говорит, что эти... растения, которые здесь они собирали, собрали огромную здесь силу. Джа-Джа Бинкс пытался спрятать это место глубоко в этом замке. Какой он был глупец. Походу, ты хочешь что-то от меня, у меня спросить. Что делаем теперь? Что теперь? Да то же самое, что и раньше, мой друг. Мы должны найти следующего дракона и отнести это нашему мастеру. Это все, что мы должны делать, пока он не умер. На тебе от Дракониса. Грин Кейн нам дали. Остался всего один камень. И он вернется на поверхность. Отлично, отлично. Спасаем дракона, ой, спасаем дьявола из подземелья. По-моему, нормальная тема. А, блин, все забываю, что эта заставка не проходит. Надо просто нажимать крестик. Ну что, ребят, сегодня мы достаточно прошли. Поставим просто новую локацию. О! Видимо, тут будет земляной дракон. Белый лес.
Возвращаемся к себе домой. Если мы дойдем, блин, когда-нибудь. Вот. И все. Сначала, ну, выполним все эти стандартные фишки бесполезные, которые, как мне кажется, ну, пусть они будут. Блин, ты мне мешаешь. Блин, нет, я еще умудрился туда зайти. Ну и ладно. Он у меня это, заблокировал мне проход. Пойдем тогда сохраняться сразу. Надо не забыть в следующий раз начать. Скелли и Снаппи. Пам-пара-пара-пам. Ну что ж, ребят, ну сегодня с Legend of Mana покончено. Если у меня будет настроение, я, может быть, для вас ЛКС в 4 утра простримлю. Но это через 3 часа. Cloud9 Challenger будут играть. Но пока в этом я точно не уверен. Ну а пока, пока.